Великая Отечественная война – одна из страшнейших страниц мировой истории. События тех лет неразрывно связаны с судьбами студентов и сотрудников Казанского университета. В первые месяцы войны на фронт ушло более 750 человек. В преддверии празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне в стенах КФУ было проведено торжественное мероприятие. 7-й год подряд наше университетское сообщество собирается вместе, чтобы почтить память героев войны и сказать спасибо всем тем, кто ценой своей жизни завоевал нам право жить свободно и счастливо. Для Казанского университета годы войны это было непростое время. Время, которое требовало стойкости и мужества, героизма ученых и студентов, напряженного и тяжелого труда в тылу. Мы горды тем, что в славной военной летописи нашей страны есть доля подвигов студентов и сотрудников Казанского университета. Празднование годовщины Победы в Казанском федеральном университете уже стало настоящей традицией. В этом году формат празднества был немного изменен. Мероприятие прошло внутри дворика главного здания университета. Участие в нем приняли не только российские, но и иностранные студенты. В Казанском федеральном университете вместе со студентами, с участием общественных организаций и объединений формируется целый план мероприятий на год, который включает разные форматы. Это и лекции, это интересные выставки. Это дискуссионные площадки, это квизы, квесты, игры, викторины, конкурс сочинений. Несколько лет назад по инициативе студентов было проведено такое прекрасное мероприятие, как студенческий марш Победы, который было поддержано руководством нашей республики, руководством города Казани. Участие в памятном мероприятии приняли сотрудники, студенты Казанского федерального университета, представители общественных организаций и, конечно, ветераны. Работа с ними особенно важна. Я им очень благодарна. Вот сегодня был ветеран, которому 95 лет. Он нашел в себе силы прийти к нам. И для студентов это очень важно. И для нас, как для организаторов, это просто большая честь о том, что он согласился к нам прийти. Эта дата несет радость, гордость, боль и скорбь одновременно. Любите Родину, учитесь отлично, будьте патриотами нашей Родины. В годы Великой Отечественной войны работа Казанского университета не прекращалась. Большая часть реализуемых проектов была направлена на нужды фронта. Сохранение памяти о подвигах тех, кто был на поле боя в тылу – ответственная задача, которую мы, как потомки победителей, обязаны выполнить. Вот 9 мая – это особая дата, это особый праздник. Он действительно праздник со слезами на глазах. Дело в том, что мы нынешнее поколение, которому подарили свободу, мир, все ценности, которые есть на планете Земля, с самого доброго начала, это все сделали те люди, которых с нами сегодня нет. Это наши ветераны Великой Отечественной войны, это труженики тыла и те, которые еще остались в наших рядах. День Победы – символ общего единения, несгибаемой стойкости и несокрушимого духа советских солдат. Они сражались за Родину не только на поле боя, но и в тылу, одной из ключевых точек которого стал Казанский университет. Маргарита Михайлова, Карина Саяхова, Фарид Захитаглы, Тимур Табаров, Никита Акиньшин, Елена Зыкова, Андрей Багаудинов, Хафиз Гараев и Амир Юлдашев. Универньюз.